Внимание! Мешает реклама, появляющаяся снизу. Просто нажмите на крестик в правом верхнем углу появившегося модуля. Спокойного просмотра. Здравствуйте все, кто работает в интернете. С вами снова на связи Валерий Иванов. И сегодня я хочу провести самую подробную инструкцию, насколько это возможно, по бэк-офису проекта Argent Global Network. Но прежде чем войти в сам бэк-офис, я хотел бы обратить внимание партнеров на то, что изменился внешний вид сайта пару недель назад. Я обнаружил такой факт, что не все даже опускаются ниже вот сюда вот по страничке, а останавливаются только на тем, чтобы нажать кнопочку «Логин». Ребят, посмотрите, сколько много нового. Ну, я не говорю про дизайн сайта. Дизайн сайта действительно великолепный. Я восхищаюсь талантом дизайнеров и программистов, тех, кто это делал. Действительно, сделал очень грамотно и очень красиво. Но помимо красоты, есть еще и функциональность сайта, то есть то, что может быть полезно нам в работе. Обратите внимание, если вы пролистываете страничку вниз, что вы здесь обнаруживаете? Ну, во-первых, информация о том, чем занимается компания. Потом появились такие вот баннерс ад. Поскольку трафик сайта растет, уже зашкаливает за сотню тысяч уникальных посетителей в день. Это огромный трафик для любого сайта. Появились вот такие вот баннеры. Эти баннеры можно будет выкупать и ставить свою рекламу платной основой. Кстати, именно на этом компания собирается зарабатывать и дальше. Опять же, обратите внимание, насколько все грамотно, красиво и с каким вкусом, как стильно все сделано. Дальше идет небольшой экскурс о статусах. Как вы видите, да, Free, Silver, Gold и Diamond. Можете почитать подробно. Это для тех, кто просто попал на сайт и еще пытается пока понять, что это такое. Дальше здесь компания сообщает о том, что действительно большой трафик у компании и предлагает размещать свои баннеры сторонним рекламодателям. Здесь вот вы можете видеть текстовую рекламу, как раз таки то, о чем уже неоднократно говорили. Текстовая реклама. Вы можете сами разместить ее, если вы являетесь платным партнером компании, размещать текстовую рекламу, в том числе и баннерную рекламу, и, пожалуйста, рекламируйте свои сторонние проекты. Чем вы занимаетесь, помимо Argent Global Network? А вот баннерная реклама, кстати. Также вы можете разместить и баннерную рекламу здесь. Видите, да, достаточно много баннеров. Ну, давайте кликнем по какому-нибудь, посмотрим, что это такое. Кто-то из партнеров разместил, вот кто-то приглашает нас заняться еще каким-то другим сторонним проектом. Тут что-то рассказывается. Вот, и здесь вы можете написать письмо, но для русскоязычной команды письмо пишется на другой ящик, argentglobalnetwork.com.ru/gmail.com. Этот ящик у нас в чатах постоянно сообщается и есть. Итак, давайте войдем в бэк-офис и проведем уже экскурс по нему. Вот мы с вами оказались в бэк-офисе. Что мы здесь видим? Дашборд, наша главная приборная панель, ваше имя, фамилия, сколько дней квалификации и на каком статусе вам еще осталось, а сколько денег у вас имеется на счету, это те деньги, которые вы можете вывести, либо использовать для оплаты статусов. Сам бэк-офис разделен на несколько крупных разделов: дашборд, репорт, адверт, реферал, про-сервис, email profile. Давайте по каждому из них пройдемся подробнее. Дашборд, вы сейчас видите, подсвечивается синим цветом, overview. Дальше, getting started guide. Здесь рассказывается о том, как, с чего начать работать и как все это работает. Вот вы можете посмотреть таблички и внимательно изучить. Membership. Все, что касается наших подписок. Здесь вы можете либо сделать апгрейд, то есть поднять новый статус вашей подписки, либо можете продлить. Причем появилось такое меню не так давно, Prepay. Отличное меню, я им пользуюсь просто для того, чтобы не забыть вовремя оплатить статус и не потерять деньги ввиду того, что у меня своевременно не определена квалификация. Как это работает? Если вы на статусе free, то у вас вот здесь будет еще одно окно оплатить текущий статус, то есть сделать апгрейд. Поскольку у меня до окончания статуса еще 17 дней и 20 часов моего даймонда, поэтому у меня есть только prepay, я могу сделать предоплату. Выбираем тип, как вы хотите продлить, например, даймонд. И выбираете период, на сколько месяцев. Вы можете на 30, на 60, на 90 или вообще на 1 год сразу продлить. Деньги спишутся у вас с вашего кошелька. С e-wallet вы указываете. Поскольку я... давайте я выберу статус. Вот 30 дней. Видите, $100 у меня появилось. То есть продлить статус мой на ближайшие 30 дней, статус даймонда. И нажимаем place order. Все, деньги у меня $100 списались с моего e-wallet.
и поступили вот сюда. Теперь смотрите, как только у меня закончится моя подписка Diamond, у меня автоматически будут списаны деньги. И я даже не буду думать о том, когда у меня там заканчивается подписка. Обычно, ну, за 17 дней я не буду оплачивать. А обычно, когда остается 2-3 дня, я перевожу деньги сюда заранее, и система автоматически списывает. Очень удобно. Если вы передумали, то просто нажимаете на крестик. Удалить, да, удалить подписку prepaid. И деньги обратно возвращаются к вам на кошелек. У меня, снова видите, $145. Все. Я передумал продлять подписку. Я хочу эти деньги направить, например, на какие-то другие свои нужды. Трансфер фонд. Здесь вы можете внести деньги и вывести деньги. Внести деньги есть отдельные видео. Об этом сейчас рассказывать не буду. Вывести деньги теперь можно по понедельникам. Это временные правила компании. С понедельника, скорее всего, с вечера понедельника по, скажем так, по московскому времени до вечера вторника ориентировочно. Но эти данные не верны, они будут уточнены. И в тот момент, когда можно будет выводить деньги, появится кнопка withdraw. То есть, когда вы сможете вывести деньги. Как это будет работать дальше? Дальше вывод для верифицированных партнеров на платформе номер 2. Это примерно будет февраль, когда пройдет обновление, полное обновление сайта. Появится кнопка верификации в разделе My Profile. После загрузки и проверки компании ваших документов вы сможете вводить деньги в любой момент. И самое интересное, что вывод будет мгновенным. Не нужно будет ждать 7 дней там, или 10 дней. Деньги будут выводиться мгновенно. И я считаю, что это просто фантастическая возможность. Итак, идем дальше. Commission Log. Здесь, в этом разделе, вы видите все поступления, которые у вас были от вашей структуры. Кстати, насчет матричного бонуса. Когда я рассказываю на своих конференциях, что такое матричный бонус, обратите внимание. Ну вот 22 число сегодня, да, сколько, несколько человек оплатили где-то в глубине. У меня всего лишь на 10 уровней вглубь я получаю матричный бонус. Сегодня 22 января, несколько человек оплатили. Вот посмотрите, 21 число, январь 21, 21, 21. И вот смотрите, сколько. У меня даже на одной странице не уместились все оплаты, сколько человек вчера в структуре оплатил абонентскую плату. И здесь можно видеть, смотрите, sponsorship commission. $2 я получил за Сильвера, это значит, у меня в первой линии один из моих партнеров оплатил статус Сильвера, я получил 20%. А все остальные, поскольку я на статусе Diamond, я получаю по 40 центов за каждого Сильвера, который находится где-то у меня в структуре в глубине. А вот, кстати, посмотрите, есть партнер на статусе Gold. Он оплатил где-то в глубине, я не знаю, чей это партнер, оплатил статус Gold, и я получил за него вознаграждение, матричный бонус в размере $1,5. И вот это происходит вот 21 число. Давайте еще страничку откроем. Так же было. Вот 21 число, где у меня заканчивается. 20. Посмотрите. Это начисление от 20 числа идет. И опять не хватает места, чтобы всех начислить, чтобы все начисления у меня здесь уместить. Вот опять sponsorship commission $2 за Сильвера. $2 за Сильвера. Еще $2 за Сильвера. И так дальше, дальше, дальше. И так практически каждый день. По 40 центов, по $2, по $1.50. И в день... 1,5-2 десятка человек в глубине. Это всего у меня 10 уровней вглубь. А представьте, что будет, какие начисления, когда я достигну статуса 700 PV и 21 уровень вглубь. Вот эти начисления в день могут составлять несколько сотен долларов ежедневно. Только один матричный бонус. Почему я делаю такой большой упор на своих конференциях и рассказываю о том, что это один из самых сладких бонусов матричный? Почему нужно повышать свой статус? И почему выгодно наращивать структуру для того, чтобы получать вот такие шикарные вознаграждения? Дальше. Agen Ads Commissions. Тоже очень интересный раздел. И в этом разделе отражены комиссии от покупки рекламных пакетов моей первой и второй линией. Обратите внимание, сколько у меня начислений. $7.50, тут совсем другие цифры. $7.50, $7.50, $7.50, $15, $30, $60 вознаграждения. Вот это все, что у меня идет от моей первой и второй линии за покупку рекламных пакетов. Дальше, следующий раздел. Agen Ad Confirmations. В этом разделе у нас отображается вся наша выполненная работа, то есть все объявления. Если у вас вдруг, точнее, если вам показалось, что вам не начислили какие-то деньги, вам пришло не $10 за неделю, а 8, посмотрите сразу за прошедшую неделю, за ту неделю, за которую вам были начисления, имеется ли у вас
пропуски вот здесь последовательно 22 число, 21, 20 и дальше. Почему у меня стоит по 3? 3 числа 22, 22, 3 числа 21, 21. Потому что я ставлю 3 объявления в день. А почему я это делаю? Сейчас я вам тоже подробно объясню и расскажу. Следующий раздел у нас идет «Адверт». Наши объявления. Так, я здесь экспериментировал с постановкой баннерных объявлений. Сейчас покажу, как это можно будет сделать. Текстовое объявление. Создать. Если вы хотите создать текстовое объявление, в начале ролика я показывал, бегают в такое вот такого же цвета полосочка, где появляется текстовое объявление от партнеров, тех, которые находятся, опять же, на платном статусе. Здесь пишите заголовок объявления. Здесь свою реферальную ссылку на проект, и здесь короткий текст объявления. И нажимаете Save Text Ad. Все, и ваше объявление показывается, и есть возможность, в зависимости от вашего статуса, точнее, в зависимости от купленных пакетов, то или иное количество раз показать ваше рекламное объявление. Например, на пакете Basic 1000 раз, и на пакете VIP Plus 16 тысяч показов вашего баннера или вашего текстового объявления. Если вы хотите отредактировать баннер, то выбирайте раздел Edit Banner. Давайте мы теперь попробуем какую-нибудь фотографию поместить. У меня нет проектов, которые я хотел бы рекламировать здесь. Я, в общем-то, больше нигде не работаю, кроме как Argent Global Network. Я все силы отдаю именно этому проекту. Выбираем фотографию, нажимаем кнопку Browse. Ваш баннер. Баннер, кстати, должен быть обязательно небольшим. Ну вот, я выбрал некую фотографию. И нажимаем теперь Upload. Вот вы видите, что пробежала полосочка такая синенькая. Фотография загрузилась. Вот она, мы можем посмотреть ее. Здесь может быть фотография вашего проекта. Здесь вы пишете заголовок вашего объявления. И здесь вашу реферальную ссылку на проект. Нажимаете Save Change. Вот, я тут ссылку не вводил никакую, но в любом случае фотография у меня останется. И все, ваш баннер будет показываться тем партнерам, которые работают в проекте. Adjoin Banners. Здесь находятся баннеры самого Argent Global Network. Вот почему-то они не открылись у меня. Почему-то не открылись. Эти баннеры вы можете скопировать, и наоборот, если вы где-то работаете в других проектах, вы можете вставить этот рекламный баннер, причем он будет уже с вашей реферальной ссылкой, и рекламируй в тех проектах наш проект Argent Global Network. Следующий раздел – Referrals. Здесь находится ваша реферальная ссылка. Вы кликаете просто один раз кнопкой мышки и копируете ее. Не надо ничего выделять. Но можете выделить, если кто-то хочет. Я обычно просто копирую. Дальше идем. Вот здесь отображается в этом разделе вся ваша первая линия. Вот посмотрите, всего у партнеров 88. Free Subscription 44 у меня получается бесплатненько. Силеров 29, Gold 1, Даймондов 0. Пассив тоже, некое количество имеется, пассив у нас выделено. Если вы хотите посмотреть партнеров определенного статуса, вы просто кликаете по этому слову. Например, Free, нажимаете на Free, и у вас система отображает партнеров только на статусе Free, ваших бесплатников. Хотите посмотреть силеров, нажимаете на Силер Subscription, и система отображает у вас вот всех ваших силеров. Соответственно, также Gold вы можете посмотреть. Даймондов у меня нет в первой линии. И пассив. Пассив — это все, кто либо не закончил регистрацию, либо перестал работать, всех, кого система удалила. Ну вот, их иконочки пока болтаются, но на систему влияния они не оказывают на заполнение матрицы. Хотите посмотреть всех, нажимаете опять All. И система вам показывает всех вообще партнеров, всю вашу первую линию. Вот так вы можете проверить. Я считаю, сделано очень удобно опять. Мне действительно очень нравится бэк-офис. Мне очень нравится с этим бэк-офисом работать. Дальше это раздел Overview. Раздел Genealogy. Вот здесь такая информация. Вы можете посмотреть уже партнера по работе. Например, вот есть у меня человек. Кликайте по логину и видите всю структуру, кто находится под этим человеком. И так вот дальше вы можете абсолютно любого партнера посмотреть. Теперь обратите внимание. Здесь отображается Your Current PV, то есть ваш текущий PV 440. Вот мне немножко не хватает до 500. И вот здесь, кстати, обратите внимание, Matrix, you are qualified for cash reward to 10 level deep.
То есть вы квалифицированы на получение матричного бонуса с 10 уровней. И вот то же самое отображается здесь. 440 текущий мой PV. Количество квалификационных уровней у меня 10. И количество человек. В структуре партнеров 1612 человек у меня находится. И здесь подсказка. Чтобы получить 15 уровней, нужно иметь 500 PV и 6 квалифицированных партнеров. И 21 уровень, наконец-таки, чтобы иметь, нужно получить 8 платных партнеров и иметь 700 PV. Вот здесь. Если вы хотите найти кого-то из партнеров по логину, вы просто берете логин, вводите сюда и нажимаете Search. И у вас система выдает No Results. То есть в вашей структуре нет такого логина. Нет партнера с таким логином. Следующий. Раздел Pro Service. Он пока не заполнен, поэтому нечего говорить о нем по большому счету. Раздел My Profile. В этом разделе на главной странице Overview у вас также отображается ваш счет, то есть сколько денег на счете, ваш текущий PV 440 и ваши квалификационные уровни, 10 уровней. И здесь с правой стороны сколько рефералов в первой линии у вас, вот 88 в первой линии, активных из них 74, значит 14 у меня дезактивирована система уже, 44 бесплатника, 29 сильверов, 1 голд, 0 даймондов и 0 даймондов и всего 1612 человек. И наконец в разделе аккаунт сеттинг вы уже видите все ваши данные: телефон, фамилию, имя спонсора, ваш логин и все ваши регистрационные данные. Еще один важный момент я упустил и хочу об этом тоже особо поговорить. Вот обратите внимание вот на эту строчку, она у вас появляется, 29 из 2000. Что такое? Это количество доступных мне пакетов. То есть у меня сейчас на балансе имеется 29 пакетов Basic. В сумме система пересчитывает все пакеты на Basic. Имеется 29 пакетов. Соответственно, если у вас имеется от 1 до 10 пакетов, вы должны поставить одно объявление. От 10 до 20 пакетов, если вы купили, то вы ставите 2 объявления. И от 20 до 30 3 объявления, и так и дальше от 30 до 40 4 объявления. Вот у меня 29 пакетов, поэтому обратите внимание, в разделе Daily Qualification мне нужно, чтобы выполнить квалификацию суточную, мне нужно поставить уже 3 объявления. Это как раз к вопросу о том, когда я говорил в разделе AGN Ad Confirmation, почему у меня стоит за 22 число 3 объявления, за 21 3. Потому что каждый день я ставлю 3 объявления. Теперь вот такой момент. У партнеров много вопросов вызывает вот эти вот цифры. Что такое? Как они работают? Что это есть? Смотрим название пакета. AGN Basic Package. Срок работы. 50 комплит цикл, то есть 52 цикла он работает, это мой купленный пакет, 0 циклов отработал, куплен он в пятницу, всего прошло у меня 5 дней из 7, заработан на этом пакете пока 0 долларов. Как только пройдет первая неделя, ну давайте вот по этому пакету Basic, вот смотрите, одна неделя прошла и уже у меня образовалась одна неделя из 52 циклов, прошел один день в цикле второй недели и заработано у меня 10 долларов на этом пакете. Вот завтра, смотрите, вот эти пакеты у меня завтра оба сразу, то есть я покупал неделю назад два пакета Basic, завтра будет восьмой день, и на восьмой день у меня здесь циферка 1 появится, потому что пакеты работают первую неделю из 52 недельного цикла, и здесь появится 10 долларов, и соответственно эти 20 долларов они у меня перейдут вот сюда на баланс, и у меня завтра уже будет 165 долларов, но еще будет матричный бонус, поэтому, наверное, будет больше, и мне уже хватит денег на покупку очередного пакета. То есть пока я деньги из системы не вывожу, я считаю это совершенно неразумно. Я несколько раз вывел на разные платежные системы, чтобы посмотреть, как они работают, срок доставки, комиссии, и об этом я тоже снял видео, всем подробно рассказал. А сейчас я, разумеется, делаю реинвесты 100%, то есть на все поступаемые деньги я закупаю пакеты. Это действительно очень и очень выгодно. Вот, пожалуй, и все. Вся инструкция по бэк-офису. Хороших вам заработков и обильных денежных потоков. С вами был Валерий Иванов. Всего хорошего. Материал оказался полезным и интересным. Нажмите «Мне нравится» прямо под видео, оставьте объективный комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы в числе первых получить самые свежие видео. Благодарю.